Итак, наглядно расскажу, как я недавно наблюдал, как девушка подошла к молодому человеку и сказала: «На остановках запрещено курить». Мне даже стало его жалко, честно говоря, но так как я пользуюсь общественным транспортом, потом, войдя в автобус и почувствовав вот это, как он пытался жадно накуриться, и вот этот вот весь его перегар пошел мне в лицо, я подумал, что, наверное, полезно, что люди будут курить подальше от общественных мест. И меня удивляет, что люди стали чаще выходить на улицу, даже сидя в ресторанах. Они выходят и как бы кружатся вокруг ресторана, то есть в местах, где отведено для курения. Это как-то оживляет, конечно, ситуацию. И для меня это полезный закон, потому что я не курю. И мне нравится, что место, в котором я сижу, оно, в общем-то, свободно от дыма. И там можно подышать, и можно с ребенком прийти. И как бы это замечательный закон.